Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Mercedes GL. Небольшой ремонт. Итак, ремонтировать буду заднее правое крыло, переднее правое крыло, левое заднее крыло, чуть-чуть побольше, и капот. Весь ремонт буду делать при помощи споттера. Начинаю с правого заднего крыла. Заднее правое крыло я закончил. Теперь приступаю к ремонту правого переднего крыла. Thank you.
Ремонт переднего крыла закончен. Теперь ремонт капота. Ремонт капота я тоже закончил, и теперь приступаю к ремонту левого заднего крыла. Сначала я все выдавлю и придам форму крылу. Затем при помощи споттера я закончу ремонт. Итак, левое заднее крыло я тоже закончил, и это последнее место ремонта. Итак, работы с металлом закончены, и моя работа тоже.
На работу ушло эту 3 дня. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!